Традиционным местом принятия торжественной клятвы кадетов для ребят из Дмитровской школы номер 7 стал районный дворец культуры. На это мероприятие пришли родители, принимавших присягу, так что зал был полон. На церемонию принятия торжественной клятвы кадетов прибыли и гости. Глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов, депутат Государственной Думы генерал-майор милиции Татьяна Москалькова, помощник благочинного Дмитровского церковного округа протоиерей Дмитрий Скидоленко. После небольшого показательного выступления кадетов школы номер 7 под аплодисменты в зал вошли 37 мальчиков и девочек, учеников школы, готовые через несколько минут стать кадетами. Они выстроились на сцене. После внесения флага России к ребятам обратилась депутат Госдумы Татьяна Москалькова. Вы пройдете нелегкую, но очень достойную школу. И сегодня, в день клятвы, когда вы добровольно и осознанно говорите и через душу свою пропускаете слова добровольно взятых на себя обязательств быть лучше, чем другие, быть сильнее, чем другие, быть ответственными за то, что творится в нашей стране, в нашем Подмосковье, в нашем родном Дмитрове. Глава Дмитровского района Валерий Гаврилов, поздравляя ребят с важным шагом в их жизни, принятие клятвы кадетов, отметил. Для нас большое счастье жить в городе воинской славы, где реально развито сильно патриотическое движение, где реально есть преемственность нашего старшего и молодого поколения. Я вам должен сказать, мы сейчас делаем все для того, чтобы на территории Дмитровского района появился кадетский корпус. Колледж это будет, кадетский детский класс и, конечно, большой военно-патриотический клуб на базе нашей бывшей автомобильной бригады. Кадетские классы в Дмитровской школе номер 7 работают с 2003 года. И вот настала минута, когда еще 37 учеников этой школы пополнили ряды кадетов. Слова торжественной клятвы зачитал Иван Сафронов из 5 класса, а все дающую клятву повторили за ним. Клянемся! 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 Обнажив головы, кадеты преклонили колено. И каждый из них в знак верности данной клятве кадета поцеловал край флага России. После этого глава Дмитровского района Валерий Гаврилов и депутат Госдумы Татьяна Москалькова вручили только что ставшим кадетами ребятам удостоверение и знаки кадета. Всегда помнить славные традиции российского воинства, быть образцом и примером для других, просил в своем напутственном слове кадетам протоиерей Дмитрий Скидоленко, помощник благочинного Дмитровского церковного округа. Верующий должен готов быть положить душу свою за други своя,